Каждый год журфак ЮРГУ объединяет студентов и школьников со всего мира в фестивале-конкурсе «Планета Медиа». В этом году было подано более 500 заявок из почти сотни учебных заведений Китая, Крыма, Казахстана и более 30 регионов России. «Планета Медиа» – это уникальный конкурс, который объединяет в себе и студенческие, и школьные работы. Я не могу говорить за всех, я скажу за радио, что с каждым годом студенты и школьники отправляют свои заявки намного интереснее, намного профессиональней, и очень интересно смотреть на вот это становление, да, на становление детей, как они растут, как они становятся настоящими профессионалами, да, в сфере радиовещания. Международный фестиваль «Планета Медиа» проводится с целью поддержки юных медиаспециалистов. В этом году четвертый конкурс-фестиваль проходил по направлениям телевидение, радиовещание, печатные СМИ, универсальная журналистика, интернет-СМИ и социальные сети и международная журналистика. Мне кажется, что это вообще замечательный конкурс, который дает детям возможность, как говорится, и себя показать, и других посмотреть, обменяться опытом, может быть, что-то взять для себя, какие-то моменты, обязательно чему-то научиться, может быть, даже приобрести новых друзей. Фестиваль пройдет в стенах Южноуральского государственного университета в рамках 4-го международного научно-образовательного форума «Коммуникационный лидер 21 века» с 19 по 22 марта 2019 года.